Дорогие друзья, мы сегодня вытащили этот, видите, я тут сделала ступеньки. Алабая надо грузить, у меня совсем нет сил, не знаю, как мы это будем делать. Но, по крайней мере, мы сделали ступеньки. Алабая на кастрацию. Да, сейчас мы туда паштет, подожди, пусть она знакомится. Да. Пополам с мамой мы смогли загрузить. Люси на УЗИ сердце стерилизацию хозяйка попросила, прежде чем к ней отправить в Израиль. Хозяйка тузика, понимаете, да? А его просто на кастрацию УЗИ сердце делали. Но Люси решила уже на переднее место пересесть. Все, я выезжаю. Дорогие друзья, мы уже записались в очередь. Сейчас Люси первая пойдет, потом Фредди. Ребят, сделали УЗИ сердца, сказали, как у космонавта можно делать стерилизацию. Сейчас пришла машина. Нас на очередь поставили. Буду ждать своей очереди. Так что вот, оба на кастрацию, стерилизацию. Кололи укол. Сейчас будет засыпать. Уже легла от усталости. Но 60 килограмм. Еще костик такой. Ребятушки, наши молодцы уже вышли из наркоза, оба причем. Я еще купила для нашей кошки обрабатывать десна, препарат ветеринарный. Все, кастрированный, стерильный. Мне сказали, что у Люси толстая. Я говорю, как это толстая, она стройняшка. Нет, сантиметр жира, у нее хорошая клетчатка там. Люси, ты такая стройняшка, сказали, что ты жирная. Нормально вообще, да? Сказали, ты жирная, вы как вообще нас кормите? Ой, ты язык всем показываешь, говорит, зачем мне кокушки отрезали? Я язык буду всем показывать, Гайна, зачем ты меня снимаешь, а Люси? Люси сзади сидела, он как стал перелазить и на нее чуть не упал. Я давай машину на аварийку, на обочину быстрее съезжать. Люси вперед. Думаю, ну сиди сзади, Фредди. Представляете, забыла шприцы, вернулась в клинику, забрала. В общем, сейчас приехали домой, все выгрузились. Люси такая пришибла. Ты замерзла? Пойдем домой. Пойдем, после операции не будешь тут. Ой, ее трясет все. Все, я тогда ее забираю. Так нельзя. Ой, ты бедненькая. Так, принесли мы ее домой. Мама вот лежанку, которая с посылки ставит. Уложим. А то ее трясет. На улице начинает холодать. Ага. А куда ж моя лобайчика? Алабайчик нормально себя бодрячком чувствует. Это ее тоже потрясывает. У Алабай, понимаешь, у девочек всегда операция сложная. У нее потому что внутренний. Живот режет. Да, внутренний. Ой, ну хотя наркоз, он есть наркоз, он понижает температуру. Давление. Давай, моя девочка. Да ты моя булочка. Еще Алабай на нее свалился. Она между сидела на заднем сиденье, он перелазил с этого. Слюни, Алабай. Он перелазил сзади с багажника и на нее упал. Я там быстрее на обочину. Быстрее, быстрее. Думаю, какой ужас. Чуть не раздавил. Ой, да ты вся ледяная. Так а собака сейчас в машине? Нет, они, собака уже в вольере. Пришли, все интересуются, как это говорят. Я не поняла. Горячую кошку. Вот такая у нее лежанка. Котенок уже сразу пришел, говорит, все, мы будем здесь. Как я его назвала?
котенка этого имя есть, я забыла. Да, будет жарко, встанешь, ляжешь на куда захочешь. Ночью начнем прыгать. Смотри, котенок, все. Ах, ты моя маленькая. А ты красавец. Ложись. Ложись, ложись. А то этот котенок тебя заберет совсем. Да. И холодная какая. Охлажденная. Котенка новая игрушка, 13-килограммовая. Ну что, ты будешь со мной играть? Да, Мишка. Мне такие игрушки большие нравятся. Мама, если она будет кусать, надо будет забрать котенка. А кто будет кусать? Ну вот, он его кусает. А, кусает? А, смотри, смотри, что делает. Все, зверь в этом, в гневе. Смотри. Все, сейчас вену перекусит. Это он вену перекусит. Да. Ему надо долго пытаться. Ведь куда вы меня? Какому зверю вы меня поселили? На съедение отдали. Тебе и доброе утро. Наверху у меня спала. Пойдем на улицу, пищника, Ки. Пошли, мои собаки уже ушли. Не бойся, не бойся, не бойся. Не бойся, пошли. Ребят, ну что, заехала на заправку, вчера много каталась, кстати, это камера у меня, да, я на всякий случай, много каталась вчера и по клиникам, клиника так находилась, находится, в которой мы ездим, не сильно близко, да, я не каждую заправку показываю, ну, сами понимаете, но это показываю, так как, вот, 2,5, сейчас заправляем, бензина что вообще нет. Я выехала Лобаю покупать воротник, так как он себе начал там все облизывать, у него была вчера операция, и мне ничего не сказали, что ему там нужно все это. Пока заехала в магазин, взяла веник, потому что собаки разгрызли наши метлы все, которые мы подметаем двор. Собаки просто уничтожили. Ребят, взяла такой огромный, но мне кажется, вот здесь шею будет маловато, но больше не было. Попробуем. Мама, у него паника. Я сказала, он разделён. Он пытался зайти, сло. Успокойся, успокойся, все нормально. Мама, он идет помощи просить. Не бойся, не бойся, не бойся, не бойся, Фредди. Главное, чтобы он не достал облизывать. Ой, бедненький, неделю так ходить. Не снеси меня. Да ты моя лопатушка бедненькая. А? Все нормально. Все хорошо, давай мы тебе ошейник снимем. Он его сейчас поломает, понимаешь? Он же поломал. Не бойся. Не бойся. Тебе страшно, да? Бедня, может, тебе попону тогда оденем? Вон у него Бобо от кастрации. Он что, разлезал? А нет. Ну, разлезал до красного. Нельзя до красного. Понимаешь? Знаешь, что если болит, надо зализывать. Поэтому мы тебя одели. Их слюна лечит. Персик. А ты как? Персик вообще в аду прожил время кастрации. Ты знаешь, в аду и голоде. Персик, скажи. Подтверди. Мои подписчики подтвердят. Почему? Да его в отловник поймали. Он там ничего не ел, похудел. Не бойся, моя лапочка. Не бойся, мой пирожок. Долго музыка играла. Что за универсальный воротник ты сделал? А? Что ты натворил? Так удобней? Ребят, сегодня мы берем Ириску, у нее там воспаление, откололся зуб. Как вы помните, мы уже ходили к ней к врачу, но врачи сказали, что это кальцифероз, поэтому она не ест, ее уколами пшикали рот. Первое время помогло, а потом она опять перестала есть. Я вчера попыталась ей открыть пасть, у нее там отколот зуб и корень, и это было видно еще тогда. У нее все воспалено, она очень именно на эту часть не может, она уже 2 суток не ела, сегодня только чуть-чуть поела. Я сказала, у нее отколот зуб, давайте удалим корень, у нее все пройдет. В общем, сейчас везем мы ее в клинику. Такие у нас дела. Так, все, тут обстановочка. Поехали. Поехали всю дорогу с Ириской, она всю дорогу плачет. Да, моя девочка, иди, пойдем, уже приехали. Да, моя куколка, мой пирожочек. Ой, ты моя хорошенькая. Ириска, сосиска, Ириска. Операция сегодня не будет, пока взяли кровь. Сейчас будет капельница и так далее. Уколы, опять лечение.
контакт сейчас мы набираем. Угу. Все сделали, кровь с задней лапы сняли на анализы, уколы назначили, выглядывает звезда. И капельницу влили. Что там? Что там? Где? Что? Как? Когда? Посмотрите, какая хорошенькая. Ну. Ребят, вышло на 5000 рублей. У меня сейчас на карте это просто реально было последнее. Вот, назначили. Ну, уколы тоже с собой дали. Вот она сидит. Так что будем лечиться дальше. Завтра опять на прием. Ребятушки, вечер. Мама у меня замерзла и свой худи отдала. Ну, я просто проветрить открыла. Потому что здесь, конечно, запашок такой себе. Сейчас алабаю и лиси после операции уколю уколы. Позвонила в клинику, говорю, мне сказали на один день, а здесь, походу, на 2 дня. Поэтому, да, она сказала, скорее всего, на 2 дня. Будем сейчас колоть. Сейчас алабаю уколем. Что такое за терминатор? Что за терминатор? Посмотри. Пирожок такой. Вот собака. Вот она, я тебя сюда надеюсь. Ребята, обрабатывала собаку, пришла, мне надо было для кошки взять это лекарство. Нашла лекарство и как раз перебрала снова аптечку для кошек и собак. Выкинула то, что уже срок годности прошел, вот эти лекарства, уже по несколько месяцев срок годности прошел. Это вот-вот пройдет срок годности, но все остальное, ну, в общем, опять поскладывала, это все для животных. Отправляю посылку, и тут мышонка. Они тут все отреагировали. Кусить! Еще есть шикарная мышь, черная. Все, Васек пошел играть с мышкой. О! Гол! И вот там потом все игрушки находятся. Все. Вот, пожалуйста. Неплохо вам на солнышке-то греться. Персимончик. Печенькакин хочешь. На солнышке тепло, конечно же. Люси уже все себе стащила. Угу. Угу. Алиса. Крещенка маленькая наша. Пускаем нашего зверя. Да. Ой, ты сегодня повеселей. Персик. Хорош персик. Проша, успокойся. С тобой по-человечески, а ты по-собачьи. Тихо! Алинкин! Он тебя тут уделает в раз. Персик Пищенкакин просит. Все молодцы, все гладиться хочет, гладиться. Ого, пуляет как он. Тоже тут писают все. Эти на солнышке греются. Купили для животных полный багажник еды. Это обрези, да, я так понимаю? Телята. А, даже так. Ну, а в общем... можно эту я утку сразу нашему Добрыне? Да, что его зовут уже Фредди. Фокус-мокус на плебокус. Это корпус утки. Смотрите, что его власть умеет. Он закрытый. Смотрите. Хоть оно здесь, ни один не посмелит подойти. Просто этот взгляд. Сила льва. Никто не посмеет. Ну ладно, мучить не будем. Лишь на тебя не реагирует. А, ну, смотря как еще забрать, знаешь. Да, я тебе помогу. Все, пошли, Лена. Быстро хотела, я засал. Бедный персик сейчас смотрит и думает, вот падлы такие. Конкурент основной. Персик. Персик, извини тебя, ты на пузо свое видел, смотри. Просто вот тут площадка. У него же и не было такого, смотри. Площадку. Смотри сейчас. А он маленький и худенький. Ну, не маленький, но худенький. Просто лев. Хотя это же глухая, но все равно не подходит, понимает. Да, там один вид такой. Да. Может, если отпустить, он же сожрать может. Мам, я потаскаю, встань сюда, встань. С Гаянкой туда встань, я таскаю, и вдвоем с Гаяной складывайте. Вот, смотри, вот я сюда еще положила, да. Тоже вырежу. Так, вот это бошки, я не знаю, как там, обрезей. А, я, кстати, взял почти 30... килограмм обрезей, вот это щел, который щел, да, это печень. Угу. В общем, этот фарш стоит 85 рублей килограмм.
То есть мы берем в оптовых базах, оно все стоит недорого. И животным размораживаем и даем.